Привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь. Сегодня у нас битва замков, сегодня выходит роллинг, ребятушки, на аккаунте игрока под ником Дебош, 85 тысяч самоцветов. Так, что у нас получается? Смотри, Стоевина, он находится в хорошей гильдии под названием Voice of Freedom. Принимаются игроки от 800 тысяч силы обращаться по поводу вступления к Насте Кисе. И, как бы, смотрите, 999 тысяч силы. Еще, знаешь, здесь 999 сделать, вообще будет хорошо. Как обычно, напоминаю, что вы на канале Князь. Требуется вам поставить княжеский лайк, зарядиться хорошим настроением и написать в комментариях, что ты сейчас хомячишь. Да, это такие, знаете, незыблемые требования. То есть, это как там 5-я статья Конституции в Америке, или какая у них там 1-я статья, а хер его знает. Короче, ребят, вы все поняли. Я просто туплю. Ладно, заходим куда? Заходим вот сюда, смотрим, что у нас тут. Тут каких героев не хватает? Фанатик донат, колдун донат, альфа механоид донат. Королева Ос, так, мисс магии не хватает, стандартная фигня, берсерка не хватает, пепельная матрона не хватает. Слушайте, здесь абсолютно стандартная ситуация, не хватает трех героев, будем их, грубо говоря, сейчас ролить. Тут даже какие-то есть ништяки, но, в принципе, они особо нам, наверное, не интересны. Может быть, просто, чтобы сбить рандом, зайдем какие-нибудь ништячочки откроем, посмотрим, что из этого получится. Ну, а сейчас переходим непосредственно в алтарь и начинаем калашматить рандомы, требовать, чтобы нам дали мисс магию. Дали бы нам мисс магию, друзья. Вот, мисс магия что-то очень часто падает, я надеюсь, это здесь также произойдет, потому что ко мне обращался мой там подписчик, может вы его знаете, Фанни Вульф, и он хотел тоже, чтобы я ему выбил этих же трех героев, да, недостающих. Смотрите, пепельная матрона сразу, оп, уже роллинг прошел не зря, оп, уже, оп, лайки мутятся, просмотры крутятся, спасибо, дружище, я же знаю, ты, ну, не пройдешь мимо, ты даже еще подпишешься и по колокольчику долбанешь, чтобы все уведомления приходили. Ну так что я говорил, Фанни Вульф тоже хотел, чтобы я него паролил, я все никак не могу добраться, до сих пор еще, правда, не паролил, он пока ждал, что я ему паролю, друзья. Он с бесплатки за 150 самоцветов выбил пепельную матрону. Анубис выпал. И ледяной феникс выпал. Слушай, дроп хороший. Нам бы еще берсерка и мисс магию было бы вообще замечательно. Гаргул. Ну так вот, то есть по сути мы будем у него ролить 50 тысяч самоцветов. Ради того, чтобы выбить пепельную матрону и берсеркера. И также еще будем ролить созвездие мисс магии. Точнее, созвездие будем мисс магии ролить, а то, что останется, будем уже героев ролить. Как вам такая идея? А? Хотели бы увидеть такой ролик? Пишите, опять же, в комментариях. У нас остается 59 тысяч самоцветов. Одного из трех героев мы уже смогли благополучно выбить. Вот сейчас пытаемся еще мисс магию достать и берсерка. Было бы вообще замечательно. Ну, упала Махатма, упал Варлок. И давай, дружище, мисс магия, приди, мисс магия, мисс магия. Знаете, если 100 раз скажешь слово мисс магия, она обязательно выпадет. Вот, поверьте мне, мисс магия, мисс магия, мисс магия. Ледяной феникс выпал. Мисс магия, 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 мисс магия. Не знаю, сколько раз я уже сказал, но она уже должна выпасть. А берсерк, я не забываю про берсерка. Берсерк тоже должен выпасть. Вот прикиньте. Вау! Слушай, ну уж сейчас уже мне точно будет не стыдно возвращать данный аккаунт обратно хозяину. Выпал берсерк. Двух, слушайте, ну вот прошлый или позапрошлый роллинг был очень крутой. Да, то есть выбили там трех недостающих героев. Сейчас двух из трех недостающих героев выбили, и у нас еще 38 тысяч самоцветов. Что-то последнее время рандом, конечно, радует. Но бывает, сами знаете, бывает, ты можешь на 130 тысяч самоцветов паролить и ничего толкового не выбить. А сейчас мы ждем, друзья, мисс Магию. Пожалуйста, приди. Пожалуйста, приди. Гаргул, рыцарь тьмы, Купидон, Циклоп, Инженер, Капитан Дрейк, Палач, Панда-Разрушитель, Дама Холода, Фрэнки 1.0, Смерть,
Так, давай пока этих распакуем. Да, тут еще, смотрите, тут еще целая куча мест. Давай пока новых героев распакуем, отдохнем немножко, а то я прям вспотел, правая подмышка загудела, не могу, писька зачесалась, что ж тут поделать. Короче, надо немножечко моральненько отдохнуть от этого всего действия, потому что очень жарко становится, прям... Фух. Напряжение растет, а у нас тем временем остается 26 тысяч самоцветов. 26 тысяч самоцветов, это сколько у нас попыток? 26 тысяч самоцветов делить на 150. Итого у нас 173 попытки выбить мисс магию. Не знаю, получится, не получится. 173 попытки, друзья, 173 попытки. Так, мисс магия, девочка, миленькая, давай, приди. Командора профессор Риббит, ворожей, мисс магия, пожалуйста, королева Оз, эхей, ну давай, Рина, так, мисс магия, приди, мисс магия, приди, эх ты ж, давай, я в тебя верю, девочка, выпадай, приходи, Триант, ведьма, оккультист, королева Гарпии, Кэнди Малышник, так, эй, йоу, давай, мисс магия. Оп-хоп-хоп, ла-ла-лей, давай, пожалуйста. Не обламывай нас. Давай шикарный роллинг, чтобы просто взяли и выбили всех, грубо говоря. Было бы вообще замечательно. Давай, мы экономно и по-дорогому ролим сегодня паладин. По-всякому пытаемся, ждем мисс магию. Ждем просто мисс магию, ниндзя упала. А мы ждем мисс магию, асура упала. Так, давай еще немножко пооткрываем склад. Ваши подарки... Подожди, пакет опыта какой-то, блатной пакет опыта. Тут у нас, сундук гильдии, о божечки, что же оттуда упадет? Так, сейчас будет у нас финишная прямая. Вот, шансов становится все меньше, где-то осталось попыток 70 ударить, да, чтобы выбить нужную, скажем так, героиню. Так, ну что? Вы готовы, дети? Да, капитан, вы готовы? Да, выбьем мисс магию. Да, выбьем мисс магию. Уже с ума сходишь, короче, от этого и всей движухи, друзья. Просто сходишь с ума. Мы, кстати, героев открыли, но не посмотрели. Берсерк. Вот такой вот. И это пепельная Матрона, да, получается? Смотри, сразу со скином. Ну, и упало это все дело, конечно, с говеными талантами. Давай. Мисс Магия, приди. Пожалуйста, рыцарь. Господи. Слушай, выпади уже, а, по-хорошему. Или пойду снова ништяки ролить. Миша Тесса. Давай, пожалуйста. Трифит. Господи. Вот моя дочка любит вот сейчас вот так вот делать. Такая. Что-то не по ееному скажешь. Ну, вот, она такая... Еще вот это вот лицо сделает, такое, рычать начинает, как маленький львенок такой. Вообще, мне становится страшно. Тут насилие в семье, елки-палки. Так, все. 4000 самоцветов. Просто шансов, по сути, ноль. Друид, ледяной дьявол, паладин. Да, и, конечно, падают герои 2010 года, Махатма. Но... Но, ребята, но ведь все равно не так все плохо, потому что мы выбили берсерка, мы выбили пепельную Матрону, да, и мы вообще крутые ребята. Мы, ребята, крутые ребята. Ну, то есть, конечно, там вместо, допустим, пепельной Матроны могла упасть мисс Магия, это было бы, наверное, лучше. Но, тем не менее, меня радует тот факт, что... Ну, мне не нужно со стыдом в глазах возвращать этот аккаунт хозяину. Вот, потому что могло быть так, что я вообще ничего не выбил бы. Потому, ребятушки, переходим, лепим лайки, и у нас все будет хорошо. Я еще раз рекламирую гильдию Voice of Freedom. Хорошие ребята. Прием осуществляется от 800 тысяч силы.
Вот, пишем Насте Кисы. Ну и так как мне это видео надо растянуть на 10 минут, чтобы вставить хоть какую-то рекламу и заработать эти невероятные 2 евро, вот, то я прорекламирую свой телеграм-канал, ссылка находится в описании. Не забывайте про мой инстаграм, ссылка находится в описании. У меня еще контакт есть, есть еще группа ВКонтакте, но интереснее в телеграм-канале. Да. И у меня даже Майнкрафт-сервер есть. Тоже все, что угодно, вы найдете по ссылке в описании. Я не знаю... О, уже дочка пришла. Позвони Наташе. Сейчас позвоню Наташе. Угу. А я буду ждать. Хорошо. Вот, приходит мной командует. Да, если кто-то из вас Майнкрафт играет, тоже найдете ссылку в описании. 1.14.4. Заходим, играем, вот, и все у нас будет хорошо. Всем удачи и пока, и спасибо Дебошу за то, что предоставил аккаунт. Чао!